295 молодых спецыялістаў размеркаваны сёлета ў медустановы Магілёўшчыны. Больш за палову з іх будуць працаваць у раёнах. Слаўгарадскі не выключэнне. Напрыклад, летась у мясцовую бальніцу прыйшлі працаваць 6 маладых урачоў і 5 медработнікаў з сярэдняй адукацыяй. Одним из главных достижений апошний год у Славгородском районе лишить становшую демографичную ситуацию. В прошлом году мы впервые после Чернобыльской аварии перешагнули черту вот эти демографические ножницы, когда рождаемость вышла выше смертности. Але гэта не значит, что дети не хворают. И зразумела медицинскую допомогу яны отрымливать у райбольницы. Только летось у медустанове пролечили 522 дитяти. Як отзначают специалисты, после капитального ремонта педиатричного отделения при допомозе доброчинного итальянского фонда, умовы медобслуговывания вышли на больш якостный узровень. А кроме того, у больницы з'явилось новое обсталевание. И процедурный кабинет, там оснащение процедурного кабинета. У нас красивая молочная кухня, которая вот именно для детей до первого года, которая находится на искусственном вскармливании. Они, ну, матерям не надо волноваться о приготовлении. У нас все на молочной кухне, все можно сделать. Летась у больницы усталявалі і ўвялі ў эксплуатацыю новы лічбавы рэнтгеналагічны апарат. Набылі дэфібрылятар, прыбор электратэрапіі, электракардыёграф. У камплектаванасць установы ўрачамі складае амаль 70%. Дарэчы, сёлета ў медустановы в области размеркаваны 295 маладых спецыялістаў. Больш за палову з іх будуць працаваць у раёнах. Летась у Слаўгародскую райбальніцу прыйшлі працаваць 6 маладых урачоў. Сучаснае абсталяванне патрабуе сучасных ведаў. Андрэй Шуляк, Сергей Карпяков, Николай Соболев, «Новинный регион».